Здравствуйте, друзья! Как только наступает весна, мы будто пробуждаемся от зимней спячки. Врачи доказали, что весной у нас пропадает сонливость, мы становимся бодрыми, радостными и даже быстрее теряем лишние килограммы из-за перестройки гормональной системы. Но именно весной мы часто попадаем в ловушку самоуверенности. Ведь весна – очень непростое время для нашего организма, который перестраивается, требует бережного к себе отношения. А мы спешим скинуть теплую одежду, переодеться в легкие платья, шпильки, не рассчитываем нагрузки, переохлаждаемся, не знаем меры в тренировках, проводим все свободное время в саду и на грядках. В результате получаем букет проблем, которые совсем не радуют. Простуды, растяжения, боли в суставах, проблемы с кожей. Что же делать, чтобы уберечь себя от неприятностей? Вот простые полезные советы на каждый день для хорошего самочувствия, которые помогут вам пережить межсезонье. Что же рекомендуют эксперты? Для постепенного бережного перехода в новый сезон внедряйте не более одной новой привычки или активности раз в 2-3 недели. Так организму проще адаптироваться. Давайте телу умеренные нагрузки. Особенно позаботьтесь о ногах во избежание варикоза. Воздерживайтесь от подъема непосильных тяжестей. Это печально скажется на мышцах и суставах. Не перегревайте и не переохлаждайте организм. Не спешите расстаться с шапкой, если на улице холодно. Носите удобную обувь. Избегайте давящей одежды. Свободная одежда дает крови свободнее бежать по сосудам, а кислороду поступать к клеткам. Скорректируйте рацион. Добавьте в меню растительную пищу. Сезонные овощи или фрукты. Они станут источниками витаминов и клетчатки, которая поможет в борьбе с лишними килограммами. Но если что-то пошло не так, то наша космецевтическая линия «Эксперт Фарма» поможет вам справиться со сложностями. Итак, одна из самых частых проблем межсезонья – простуда. Весной иммунитет снижен, перепад температур непредсказуем. Один пикник на ветерке, и вот мы уже не можем заставить себя подняться с постели, пьем лекарства и хлюпаем носом. Новинка нашего 4-го каталога – фитобальзам для кожи вокруг носа. Помогает справиться с неприятным спутником насморка, раздраженной кожей вокруг носа и губ. В него входят масла ши, миндальное масло, камфора натуральная, которые ухаживают за сухой кожей, восстанавливают, улучшают ее защитную реакцию и избавляют от шелушения. А вдыхание паров эфирных масел эвкалипта, мяты, чайного дерева и листьев корицы благотворно влияет на дыхательные пути и облегчает насморк. Часто бывает, что мы не можем перейти на открытые платья и босоножки из-за того, что за зиму кожа устала, стала более сухой и уязвимой. Исправить ситуацию поможет фитобальзам с живицей, еще одна новинка 5-го каталога. Благодаря восстанавливающим свойствам живицы и кедрового масла, фитобальзам стал отличным универсальным средством. Он улучшает общее состояние кожи, питает ее, смягчает. Именно он поможет справиться с сухостью и шелушением. Живица знаменита своими противовоспалительным и антибикробным действием. А кедровое масло способствует полноценному питанию кожи и является одним из самых эффективных средств при ее шелушении и огрубении. Что же еще расстраивает нас по весне? Синяки от тренировок или неловких падений, растяжки, которые могут возникнуть, например, из-за быстрого похудения, за которым кожа никак не поспевает. Такая кожа нуждается в усиленном питании, увлажнении, улучшении микроциркуляции. И поможет ей крем-бальзам для тела с мумиё. Он помогает сохранить упругость и эластичность кожи. Алтайское мумиё, которое входит в состав, это уникальный комплекс, у него масса полезных свойств. Прежде всего, он помогает регенерировать кожу. Помимо мумиё, в активную форму входит экстракт календулы, витамин F и эфирное масло пихтовой хвои. Они дополняют и усиливают действия друг друга. Экстракт календулы идеально подходит для лечения ран, синяков и воспалений. Витамин F повышает регенерацию кожи, питает и увлажняет ее. Эфирное масло пихтовой хвои устраняет воспаление, очищает, успокаивает. Словом, крем-бальзам не только отлично борется с синяками, растяжками и снижением тонуса кожи, но и обладает омолаживающими свойствами. И, конечно же, не забываем о наших бестселлерах. Одна из самых насущных летних проблем – укусы насекомых. Хорошо знакомый вам универсальный крем с аргинином справится с зудом, покраснениями, раздражениями кожи после укусов комаров и мошки. Средство содержит биоактивную формулу аргинина, аргинин ПЦА и комплекс натуральных экстрактов – имбиря, плодов, каштана, донника, листьев подорожника. Они восстанавливают, улучшают защитную реакцию кожи. Неприятные ощущения после физической нагрузки в области суставов и поясницы поможет снять бальзам-растирка с пчелиным ядом. Он обладает легким разогревающим и обезболивающим свойством.
В формулу входит также экстракт шалфея, эфирное масло чайного дерева и мята полевой. Используйте после физических нагрузок или перед сном, чтобы проснуться на утро бодрым и здоровым. Активная прогулка или несколько приседаний у открытого окна помогут вернуть бодрость телу, улучшить циркуляцию крови, обмен веществ. А если ваши суставы с этим не согласны, используйте бальзам-растирку с сабельником. Сабельник используется с давних времен. Его целебное действие на суставы доказано научно. Эффективная формула с экстрактом сабельника, шалфея, эфирным маслом чайного дерева оказывает местное разогревающее действие на кожу. Этот бальзам прекрасно снимет напряжение и болезненные ощущения в суставах после физической нагрузки. Подведем итог. Даже если все вокруг весной только и твердят о важности быть в форме в скором пляжном сезоне, не спешите садиться на радикальную диету или изнурять себя в спортзале. Дайте телу время на адаптацию, следуйте полезным советам от эксперт-фарма, ведь сейчас, как никогда, мы нуждаемся в бережной заботе. Будьте здоровы и активны!